растет гражданское общество. Российская оппозиция в Эстонии. Для проведения уже пятой по счету антивоенной конференции выбрали Таллин. Организаторы Форум Свободной России в феврале этого года его признали нежелательной организацией. Российские власти посчитали, что он представляет угрозу конституционному строю. Среди тем, которые обсуждали участники антивоенной конференции, помощь Украине и украинцам, ответственность россиян за войну и методы, с помощью которых оппозиция может противостоять Кремлю. Обсуждая эти самые методы, многие предложили отказаться от мирного сопротивления и перейти к силовому. Накануне участники конференции приняли резолюцию, в которой призвали оказывать помощь добровольческим объединениям в составе вооруженных сил Украины и российским волонтерам на фронте. Так публично о поддержке вооруженного сопротивления российской армии на антивоенной конференции еще не заявляли. Мы, находясь вот за рубежом, мы можем заниматься сбором и поддержкой сопротивления на оккупированных территориях, например, да, и поддержкой добровольческих корпусов, которые входят в состав ВСУ. Что касаемо силовых действий внутри России, мы не можем к этому призывать, но мы лишь указываем и фиксируем со своей стороны, что они являются приемлемыми. В принципе, это еще со времен Декларации независимости, сопротивление, силовое сопротивление тирании в том числе, это одна из базовых привилегий человека. Некоторые оппозиционные политики считают, пора переходить от слов в поддержку Украины к силовым мерам, которые ей помогут. Эта радикализация российской оппозиции, по мнению ряда политологов, была вполне ожидаемой и предсказуемой. Но сводить всю борьбу только к этому тоже неправильно, добавляют они. Война – это не то место, где можно вести философские споры. Это место, где стреляют и, соответственно, отстреливаются. Но даже в это время и в этом месте все равно одно к другому не сводится, потому что продолжается и сфера сопротивления в информационном пространстве, в культурном пространстве, в научном пространстве. И поэтому все сводить к вооруженному сопротивлению – это просто неправильно. В том числе электоральные процессы. Процедуры тоже надо использовать, как мне кажется. В качестве одной из таких мер поддержки организаторы антивоенной конференции пообещали провести в ближайшее время благотворительный аукцион. Он пройдет в Вильнюсе 9 ноября. Средства, полученные в ходе него, собираются отправить добровольческим подразделениям в составе ВСУ.